Как я вяжу сумку геометрия? Она состоит из трех частей. Два шестиугольника и один квадрат. Уложим это все в нашу сумку. Складываем пополам один шестиугольник, второй шестиугольник. Складываем пополам квадрат. У нас получится треугольник. Это будет дно нашей сумки. Что важно, количество петель на стороне квадрата должно совпадать с количеством петель на стороне шестиугольника. Связываем сторону квадрата со стороны шестиугольника тамбурным швом. Дошли до конца стороны. И теперь нам нужно привязать второй ромб. Прикладываем его одной из сторон и дальше, не отрывая вязание, связываем следующую сторону шестиугольника с нашим вторым шестиугольником. Это получается верх нашей сумки. Нить мы обрезаем и закрепляем. И переходим к связыванию следующей стороны. Переворачиваем сумку наизнанку и складываем пополам навстречу друг друга уже связанные шестиугольники. Переворачиваем сумку вверх ногами, наш квадрат должен быть сверху, и начинаем связывать вот эту вертикальную линию. Соединяем ромбы между собой. Идем тамбурным швом от себя по направлению к квадрату. Дойдя до угла ромба, мы не обрезаем нить, а переходим на привязывание квадрат к ромбам. Я начинаю справа налево, привязываю оставшиеся три свободные стороны квадрата. Так у нас формируется дно. Для ручки сумки я выбрала двойной плоский узел макраме. Когда ручка готова, я прикрепляю ее, и все, сумка у нас готова.